Добрый вечер всем. Папа нас сейчас поливает огород. Хотела вам показать, как у нас спит Вилька на улице, как маленький ребенок. Это вот порода Джек Рассел. И вот так же детки все спят. Артист. Это мы его должны сейчас вывести на улицу, а он так спит хорошо. Даже и не спешит, потому что отец полила все вокруг. И свежо. Но сегодня вообще у нас очень жарко. Сегодня пришли результаты МРТ, надо показать врачу. Есть там какое-то небольшое, где протез, небольшое воспаление. Ну, я думаю, что там врач все объяснит, что надо, то сделают. Я не врач. То, что было и на КТ, тоже есть. Ну, завтра, когда уже встретимся с врачом, то он мне все объяснит. Сейчас главное, завтра поеду сдавать анализы. И, кстати, завтра работает мой семейный врач. Можно обратиться спокойно, прийти, поговорить. Завтра утром рано поеду. Ну, так. Это у нас сейчас такой вечерок. Как говорится, детки спят. Бабушка смотрит сериалы. Она очень любит много времени проводить возле телевизора. Ей нравится. Страшно всякие сериалы турецкие. Не пропустит. Пройдет, прогуляется по улице, а потом... Главное, сериал. Ну, сейчас я иду посмотрю, как там наши малыши. Потому что Долька их оставила, а Вилька себе спит вовсю. Ему глубоко, далеко. Он особенно не переживает. Даже не реагирует, что я его снимаю. Иду я посмотрю, как там наши малыши. А это Долечка наша спит. Баба Оля, вы что там, сериалы смотрите? Мам. Мам, сериалы смотрите? Ну и как, хороший? Да? Бабушка смотрит, сколько там мелодрам. Сама. А вот и наши разбойники. А вот и наши пацаны, девчонки. Боже мой. У нас все спят, отдыхают, у всех отдых, запланованный, не запланованный, да. Смотри, ну какая красота, ноги выше плеч, какая красота, скажи, да. Ой, тут уже и Доля пришла, да, Доля? Ты пришла проверить? Иди вон к бабушке сходи, бабушка смотрит сериал, иди. Иди проведай бабушку. Вот и моя золотая спит. Еще маленький маменькин кротик. Да, то девчонка такая красивая. Ну надо ж так спать, это вообще. Это совсем, да. Разбойники. Доль, ты пришла проверить, да? Смотри. Ты посмотри, как он выкобеливается. Один другого лучше. Да? Да, ты моя золотая. Вообще мой золотой мальчик. Вот и мой золотой пацан. Вот и боже мой. Вот и боже мой. Иди до мамки скорее, иди. Иди, идите покушайте, просыпайтесь все. Скорее, мама пришла. Доля, да, ложись, Дольчик, ложись. Ложись, они как раз немножко покушают, да. Вот так, смотри. Вот так, скорее. Да. Вот и боже мой. Где там у нас? Где у нас только молочка? Ну, вот тут у нас внизу много молока. Давай, бегом ищем. Это самый голодный у нас. Самый голодный. Это самая маленькая, которая девочка, вот, да. Так. Остальным всем. Всем потихонечку. Гася Фиолетова, все отдыхают. Дружненько отдыхают, как маленькие сурки. О, лапками всех привитают, да? Это вообще бежит во сне, куда-то бежит, так бежит. И лапами передними и задними. Ну, а тут целое изобилие, посмотрите, как мы спим. О!
Господи, Боже мой. Али, куда мы бежим? Ну, куда мы бежим? Куда? Куда мы бежим? Ну, вот и будь зима. Вот и будь зима, красавцы. А? Разбойники мамины, да? Ух ты, боже мой, все мы тут, все мы такие тут красивые. Оля Леонтьевна, что за любовь? Оля Леонтьевна смотрит сериалы про любовь, потом плачет. Отлично. Оторви, оторви, оторвись от сиськи, посмотри на него, разбойник. М? Ты моя хорошая. Ну так. Ну, всего зимой, да. Какая ты красота. Ну и как вот такую милоту оставишь? Надо постоянно смотреть уже, как немного подрастут. Вот завтра тоже. Хорошо, что отец, думал, он еще хоть посмотрит за кем-то, да, и за бабушкой, и за дедочками. Я хоть завтра схожу, поздаю анализы. Да. Какая-то прелесть. Дай Бог, чтобы вы все попали в хорошие семьи, вас любили, и вы давали им радость. И вы давали такую радость, скажи, как и нам, да. Такую радость, как и нам. Улыбались, скажи, все, были такие темные. Были такие прекрасные, как папа Вилли, как Доля злые. Злые, скажи, хозяева, да, Доль? Ты у меня злая, скажи, я злая, когда гавкаю, да? Мам, ты что такие сериалы смотришь, а потом плачешь? Ну да, да, что такие хорошие сериалы смотришь? Да, в сериалах всю правду показывают, это же сериал. И чтоб так смотреть, плакать, ну. Это же люди сочиняют, как любой, даже книжку. Есть, некоторые есть правда жизненная. А так, чтобы смотрели люди, ну, из-за этого реветь, из-за сериала. Ты шо, мам? Посмотри, как детки лежат. Иди посмотри. Он, иди лучше посмотри. Закрыли баночки, только сначала еще три. Это без уксуса. Рецепт на с лимонной кислотой. Надеюсь, еще будет все хорошо, будет очень вкусно. Попробуем. Две двухлитровые еще. Осталось только сейчас сиропом залью. Еще не закипело. Уже одно я слила, это уже второй раз будет. Уходит сахар. Целый мешок я сюда купила, уже нету, сколько уже закрывали. Что ты закрывай, надо, я пойду куплю. Сахар должен быть не один килограмм хватит. А сколько? Мешок? А? Мешок сахара нам. Зачем тебе мешок? 23 килограмма. Особенно когда консервация. Сахар, соль это вредно, белая смерть. Да. Не можно много кушать. Да куплю я. Конечно, что надо сюда. Соль, сахар дома нет. Папа, ты опасный человек. Везде все с камерой. Я ж переживаю. А что переживаешь? А вдруг не получится? Получится все. У тебя никогда не взрывали консервы. У меня консервации никогда не взрывали, это правда. Еще ни разу не было у тебя консервации. Бродила или взорвалась, я не помню никогда такого. Вилечка с Долечкой отдыхают, пока дети спят. Родители себе отдыхают вдвоем в лоджиях, да? Вот так скажи, как мы лежите. Ну, Светланке вышло раз, два, три. 5 банок у тебя вышло, Светланка. Ну. Молодец. Хочу тебе сказать, что не знала первый раз, чтобы помидоры не трескали, но все равно не знаю, что они где-то прокалываются, вот туда, где сама крышечка. Там надо делать 3 раза
проколы зубочисткой, они тогда будут... Ну так, я видела, одна женщина закрывала, она говорит, тогда помидоры не трескаются. Я тоже попробовала в этот раз так сделать. Там было на канале рецепт Маника. Думаю, ай, попробуй, никогда не пекла. Такое же самое, как сам был делала. Стакан кефира, там стакан манки, потом 2 яйца, 90 грамм, по-моему, масла, разрыхлители, бананы я туда кинула один. Я не 3, 1. Ну, выпекся, попробуем. Надеюсь, что будет вкусный. Вообще, манники я никогда не пекла. Запеканку, да, первый раз. Думаю, а, дома есть манка, можем попробовать. Как раз я сегодня думала, куда деть кислое молоко. И вот и сделала. Потом попробуем и позвоним Самвелу и скажем, какой он вкусный или нет. Но у него, по-моему, такая же самая форма, да? И он, по-моему, у него немножко больше получился. А может, и форма у него меньше, не знаю. Ну, с виду аппетитно.